Вы смотрите новости онлайн. В Санкт-Петербурге простились с народной артисткой России Людмилой Сенчиной. Гражданская панихида прошла в Театре музыкальной комедии, где в 70-е годы молодая выпускница музыкального училища начинала свой творческий путь и быстро завоевала любовь зрителей. На панихиде была зачитана телеграмма соболезнования президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер назвал смерть артистки большой, невосполнимой утратой для музыкального искусства и для всей отечественной культуры. Кроме того, были зачитаны соболезнования главы российского правительства, спикера Совпреда Валентина Матвиенко, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Проститься с Людмилой Сенчиной пришли родные и близкие, а также многочисленные поклонники ее таланта. Певицу похоронят на Смоленском православном кладбище. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!